приехали мы в село, в мой дом, в мое родное село, к Олечке. Пока еще не продали хату, но продаем. А у нас тут вот такие гости. Кот, ты чей? Кот, котик, ты чей? Ась? А там он еще один друг, тоже гость. Гость. Чистую рыбу Оля купила, толстый лобик. Они пришли на запах. Сегодня 17 октября 2019 год. На улице жара. Больше 20 градусов, это точно. Вот тут сколько нарвало. Колючая зараза. Дом, газ, пластиковые окна, очень теплый, уютный, светлый, есть гараж. Вот там и такая пристройка, мы там курей держали, гусей, уток. Кот балдеет на солнышке. Не знаю, где он взялся, а Оли нет кота. Этот соседский, а тут черно-белый. Котик. Коток. Летняя кухня. Погребник. Удобство. Ой. Там не жарко прям.